слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народно-Славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 1 февраля 2018 года четверг, по одному из старинных, 12-й день месяца в Юго Стужи, 7526 лета шестица, ля рвоведение. Сказители Валерий, Миря... Мирянин Видогор. И мы переходим ко второй части нашего сегодняшнего эфира. Начинаем отвечать на вопросы которые появились в чате Народно-Славянского радио на канале Ютуба Народно-Славянского радио Слав Радио Орг. Вопросы больше не принимаем, уже достаточно большое количество. Разобраться бы с теми, которые пришли. Итак, первый вопрос появился в 19 часов 13 минут от дяди Васи. Вопрос, что привлекает ляр в человеку и как не дать им себе приставать? Ну, уже об этом поговорили. Кто-то хочет что-то добавить? Пожалуйста. Ну, коротко, если сказать, да. Наше несовершенство. Они прилипают туда, где мы позволяем, где у нас есть вот к этому слабость. Ну, то есть мы приходим в этот мир, мы хотим его испытать, эту материальность всю пощупать. И там есть грех, разврат, э все, все проявления вот эти, и мы же тоже хотим это все испытать. И на каком-то этапе. Ну, если это совершенная сущность, конечно, она пришла уже совсем с другой целью, конечно, она не попадется. А мы все все это прощупываем, и они липнут к нам. То есть, именно э -э -э развиваться. То есть эволюционно, чем выше эволюционное развитие, чем духовнее человек, тем меньше прилипает все это. Здесь очень, прост, здесь очень простой пример можно привести: мыши и таракан да. разводятся там, где есть условия для того, чтобы они разводились. Да, У нас грязно. подобие во всем, поэтому если вы создаете условия для того, чтобы лярвы к вам прицеплялись, они обязательно прицепятся и через них вы будете подсажены на все что угодно. Идем дальше. Дядя Вася, еще вопрос в эфир. Как нам в этом глобальном мире очиститься самим и очистить все от этого паразитизма? Ну, мы тоже уже частично поговорили. Есть дополнение, пожалуйста, дополняйте. Вкратце, вот все сводится к тому, что когда, была, когда эту цивилизацию обнулили и придали ей другой уровень, ну, в смысле, другой путь развития, демонический. Был божественный путь развития, стал демонический. На самом деле нам в итоге-то нужно обратно этот путь божественный вернуть, и поэтому столько сейчас альтернативщиков копают эту тему. Но для того, чтобы копать эту тему, нужно народ этим заинтересовать, нужно самим духовно развиваться, вот. И таким вот образом всем миром каким-то образом, не знаю. Тоже много сомнений на эту тему и, и, и конечно, и надежд, что у нас все-таки это получится. А вот так просто, что индивидуально, да, мы можем развиться, но мир так просто не поменяется. Тут нужны очень большие, придется вложить усилия в все, э, всей стране, как минимум, нашей. Ну, вот так вот, как-то вот. Отлично сказал. И я еще... сейчас секундочку. Прежде чем сюда послать кого-то оттуда сюда на эту землю, вам говорили легкой жизни здесь не будет. Да, пожалуйста, Владимир. Еще я вспоминаю старые фильмы, эти раньше были про кунг-фу, да, и там было такое, что вот мастер учил говорит, ученику, что ты постоянно должен быть наготове, ты постоянно должен ожидать удара, спину, ты должен в любой момент увернуться. Это, кстати, Клеарон тоже имеет прямое отношение. Допустим, Почему? даже ты очистился, но ты расслабился, ты забыл про это, и бабах тебя опять на чем-то цепанули, да. Э, то есть человек постоянно должен быть, вот как говорится, э, ты ведешь свой автомобиль, как водитель, да, вот как душа ведет свое тело, и ты не должен уснуть за рулем. должен постоянно держать ситуацию под контролем, значит, в аварию попадешь. И так же и тут, что как только ты расслабишься, да, Очищаться надо постоянно на все обращать внимание. Вот же вот в баню очень важно ходить. Кстати, баня тоже очищает и энергетические и тела тоже. Вот. И поддерживать постоянно это все, не забывать. И питание, и баня, и физкультура, все это держать себя постоянно под контролем. Как только расслабляешься, тогда может зацепить. Хорошо. И для того, чтобы быть в сознании, необходимо уходить от того, что вас из сознания выводит. То есть это все виды наркотиков, все виды наркотиков. Это э, деятели телевизионных искусств, которые выступают по в прямом смысле голубым во всех смыслах образах экраном. Поэтому уходите от этого, переводите свою жизнь в осознанность, и только через это вы сможете разобраться с тем, что эта жизнь есть. Разберетесь, станете хозяевами жизни. Нет, значит, Ляра вам в помощь. Но ну, уводить вас будет туда, куда нужно ее хозяевам, то есть пекельный мир. Идем дальше. Женя Макарова. Наши же ведуны, по-моему, на нашем же родном канале говорили, что собаки, гуляя по кладбищам с хозяином, также может передать лярвочку. Так как, если к ней не цепля... так как же, если к ней не цепляется? И второй вопрос. Лярвы и неосознанный вампиризм. Что их объединяет или это совсем разное? Ну, во-первых, к животным все-таки лярвы, ну, астральные паразиты липнут, и видно это по их поведению. Вот они социализируются, и видно все эти приколы их, там, странности, человеческое поведение и прочее. То есть, все-таки, видимо, астральных паразитов гораздо больше, чем людей, чтобы они могли тут реализоваться в этом мире. Вот. А что там, второй вопрос? Ну, значит, первое, это ходит ли, если с хозяином собачка, то она может зацепиться и хозяину передать лярвочку. А второй вопрос: лярвы и неосознанный вампиризм. Что их объединяет? Передавать там все гораздо проще, на самом деле там нет таких особых расстояний, чтобы там. Вот там все немножко иначе же, я думаю, в энергетическом мире. Так, что там второй вопрос Он и в третий раз ходил за елочкой. Я даже еще раз это скажу. Ну, как бы я скажу. Я считаю, что может объединять. Когда вот, допустим, пример простой. Жена подходит к мужу, ни с того ни с сего, все было хорошо, и она вдруг начинает ругаться. Бабах, бабах. Это может тоже быть связано, что в ней лярва сидит, и она требует такой эмоциональной такой нервозной как бы подпитки. И бывает, люди подходят к тебе, ну, обычно незнакомые навряд ли, а вот знакомые, вот жена может или кто-то там, или теща подойти, начать ругаться с тобой, вдруг ни с того не сего, вдруг бабах, все, что спылит там такое, да, вот это я думаю, что это связано, это может... Давай я прикол, прикол скажу. Подпитки. Давай я прикол скажу на эту тему. Вот когда же нас с мужем ругаются, ну, даже там теща там и все прочее, на самом деле это общаются лярвы, они таким образом высасывают из людей энергию, как бы друг друга раздражая. Ну, почему вот все спокойно с семье, и вдруг там началось, да? Вот ни с того, ни с сего ребенок в шоке просто постоянно. Что происходит? На самом деле нужно понять очень простую вещь. Это что, что происходит, когда люди ругаются? Это лярвы занимаются сексом. В результате этого порождаются другие лярвочки. И Рядом стоящие люди, и они стараются вовлечь других людей и пересадить на них это новое порождение их на, ну, на соседнего человека, то есть заразить. И этот человек, он тоже заразится, вовлечется в эту ситуацию, также будет уже для него это станет также материально, он будет переживать по этим же поводам, по которым они спорили и ругались. Вот это просто жизнь лярв. Их нужно изучать как вот жизнь животных в природе, например. Угу. То есть, и другими за... словами, если кто-то занимается сексом с вашим головным мозгом, это еще не говорит о том, что это плохой человек. Просто лярва захотела покушать или усилить свое пространство, или призвать какую-то, или породить что-то. Так что не всегда, кто вам выносит мозг, это он специально делает. Да, просто и... лярвы живут. Да, они просто тоже хотят жить, кушать, и так да. далее. Да. Да. Хотел добавить к этому совет для зрителей. Он очень важен, вот как раз к этой теме, да. Если, ну, посторонний человек с вами как-то зацепил вас, начал ругаться, ну, там смотрите по ситуации, может, и в ухо стоит дать ему, да. А вот, ну, допустим, ту же жену, ту же тещу, или тут же как-то у вас семейный конфликт с братом, там, с сестрой, с родственником, вы ничего ему не можете сделать, да, и избавиться от него не можете, допустим, если вы все равно вынуждены либо с ним жить, либо в гости ходить. вы. И вот мой совет в таких случаях, если жена или близкий родственник к вам начинает друг ругаться ни с того ни с сего, какой глупый, без... вообще без... без почти с полоборота из-за какой-то мелочи, то молчите в ответ. Просто спокойтесь и молчите. Не отвечайте на эту ругань. Вообще не разговаривайте в этот момент, ждите, пока он остынет. И, а если вы начнете гавкаться в ответ, вот он гав-гав-гав, вы гав-гав-гав-гав, вы этих лярв подпитываете, и они накачиваются этой энергией от вас. Они именно в эту выделяемую вами энергию эмоциональную, они как раз и подсасывают, и радуются. Просто промолчать в ответ. Вы раз промолчите, два, десять раз промолчите, этот человек, даже его лярва перестанет им рудить, она перестанет подходить и ругаться. То есть на десятый раз она больше не будет так делать. Ну и а вот... Если когда-нибудь через месяц, может, когда вы забудете об этом, опять вас бабах проверит. Вот тут я еще добавлю, что лярве нужно э, уничтожить любовь человека к человеку. Иначе ей негде будет разгуляться. Поэтому естественное противодействие вот этой ругани – это любовь, проявление любви, добро, доброго отношения к человеку, несмотря на то, что он на тебя раздражен, пытается тебя там подначить чем-то. Вот. А ты не реагируешь и улыбаешься. А я, я говорю, все равно тебя люблю, все будет хорошо. Сначала вот такое ощущение там у человека, он в шоке, потом что-то в нем просыпается, говорит, а что-то в самом деле-то я, ну люди же родные, вот таким вот хорошим отношением друг к другу правильно здесь надо понять что не все сразу могут в состоянии любви пребывать поэтому это надо нарабатывать ощущение надо просто да. осознать что ближе этого человека вашего близкого нет другого то есть а понять это можно тогда когда вы пройдете через чувство утраты вот представьте себе что к примеру ваша мать или отец умерли больше вот нет с вами их это шок для вас будет. А теперь представьте, как же вы можете на своего близкого человека самого дорогого, на мать или отца вот так кидаться, если вы прошли через чувство утраты и поняли, что как будет вам плохо без этого человека, вы никогда на него не повысите голос, вы всегда к нему будете относиться обережно, всегда будете его любить. Точно так же относитесь к своим детям. Но ну, представьте, что ребенок пропал. Это ж кошмар. Как же вы можете на своего ребенка кричать, если вам без него плохо? Таким образом, вы будете хотя бы в состоянии приятия и все прощения входить к нему. И через это, когда вы успокоитесь, вы почувствуете состояние любви. И для тех, кто вообще не может понять состояние любви, таких, к сожалению, отравлен цивилизации есть. Попытайтесь после того, как вы прослушали эту передачу, если оказываетесь в такой ситуации. Попробуйте взглянуть, как будто не к вам идет агрессия, не в вашу сторону, а как будто к какому-то человеку, и вы наблюдаете это со стороны. И попробуйте просто, проанализировав наши слова, Примерить кассу, рассмеяться о том, как же это примитивно все действует. Вы будете смотреть на это с точки зрения как два клоуна на арене. Вы на них смотрите, и вы просто надрываете животик от того, что как это все примитивно воздействует. И тот человек будет не понимать, почему вы на него обратно не кидаетесь, почему вы не выпыхиваете на него гадость. А вы стоите и улыбаетесь. Вам просто, ну говорит, прикольно смотреть за тем, что происходит, как лярва действует. То есть вы будете заниматься изучением лярвоведением, как это все происходит. Уверяю сразу пыл того пройдет, вы из себя никакого зла не выкинете. Мало того, у вас может проснуться что-то похожее на любовь. Вы по почувствуете, что этот человек маленький, да его любить надо, оберегать он же дергается на вас. Но в том случае, как сказал у нас Эдогор, если вдруг кто-то лезет вас убивать, это не говорит, что надо ржать, стоять, да? А надо предпринимать такие действия, чтобы остановить, вплоть до того, что дать просто в репу. Но хотя вот у меня были случаи, когда я просто подходил к разъяренному человеку, смотрел в него глаза, руки убирал за спину, свои руки убирал за спину, у него в руках была ну, монтировка там или что-то такое тяжелое. Вот я прям подходил так вплотную, смотрел в него глаза и задавал ему простые вопросы с улыбкой. И он переставал дергаться, он пускал эту монтировку и не мог ничего сделать. Но предупреждаю: экспериментировать с этим не надо. Надо понимать, что вы делаете, как вы делаете, и осознавать, кто управляет человеком. Так что, слушая наш эфир, начинайте с простых шагов, а не самого сложного. Не надо искать на улице бандюка с топором, к которому подойти и сказать: Попробуй-ка меня испытай. Попробуй научить меня чему-то. Начинайте с простого. С домашних, на кошках потренируйтесь. Вот к этому же я добавлю, что я вот именно начинал на друзьях, то есть, я знал, что они меня не побьют, там, ну, будут такие сложные ситуации, и вот разыгрывал такие вещи, то есть, на тех, кто, по крайней мере, тебя там не, не покалечит, ну, то есть, такое тоже было, да, и очень хорошо работает, и потом такие отношения замечательные становятся просто удивительным. В вашу сторону дифирамбы тут льют в чате, так что... Mm. Нравится то, что вы тут все говорите. Вот, идем вот, идем да, дальше. Да, нет, добавить чуть-чуть хотел. Чуть -чуть добавить. Ну, давай, давай, давай. Еще вот важный момент. Обратите на свое отношение с родственниками, с друзьями, с близкими, знакомыми. Иногда, вот как я сказал до этого, что может показаться, что вот ни с того ни с сего человек начал с вами ругаться. Родственник. Во-первых, родственники все даются вам не зря. Это как ваша школа проверки. А во-вторых, не забывайте, что, может перед этим вы сами не заметили, вы что-то ему некорректное замечание сделали какое-то. Может, там они пролили чуть-чуть что-то или что-то не так поставили, да, и вы сами так некрасиво сделали замечание или как-то подзаначили, оскорбили, а потом удивляйтесь, что на вас начинают ругаться. То есть, в первую очередь, смотрите за собой, не, не являетесь ли вы инициатором вот то, что с вами ругается родственник. Может, вы сами ему перед этим что-то не так сказали. Смотрите за собой в первую очередь. Yeah. Mm -hmm. Здесь уже было сказано Валерием о том, что один из признаков того, что вы находитесь под лярвой или лярочку все приютили то, что у вас есть серьезная гордыня. Так вот, первый признак гордыни то, что вы не извиняетесь за очевидные проступки. То, что вы даже перед близким человеком не можете сказать <связь> прости меня, вот просто душат вас, не дают. Говорит, как ты будешь изменяться, да это ты выше этого должен быть и так далее. Это первый признак того, что вы одержимы как минимум лярва. Я не говорю про бесов, но как минимум лярва уже в вас сидит, которая не дает вам возможности осознать то, что надо просто элементарно извиниться. Они не дают вам извиняться, не дают вам переступить через свою гордыню. Вот это первый признак. Поэтому если вдруг вы что-то сделали, и вам конкретно указывают, ну ты же вот это сделал. И вы начинаете сопротивляться, доказывать, что вы чистый, белый, пушистый, ко мне пристают, знайте, вы находитесь под лярвой. Надо переступить через это, сдуться чуть-чуть и сказать, дорогой мой друг, дорогая моя подруга, мама, папа, бабушка, дедушка, простите меня, пожалуйста, я был неправ. И скажите это искренне. Вы почувствуете, как-то лярва с вас просто как грязь отсохшая отпадает. Вот как будто бы да, наступаешь во что-то неприятное, вместо того, чтобы стирать, даешь возможность высохнуть, потом стряхишь она отпадает. Вот, вот это прощение, просьба извинить себя с открытым сердцем, чтобы аж слезы наворачиваться, от того, как вам приятно извиниться за то, что вы признаете свою неправоту перед близким человеком. Вы почувствуете, как просто она отпадает. Это для нее самое страшное лекарство. Она не выдерживает его. Не слышно? Микрофон включи. А вот сейчас слышно, да? Да. Да. Я хотел добавить, что в этот момент, вот это акт магический на самом деле, после этого момента вы получаете кусок энергии в себя. Прилетает и эйфория, вот это ощущение, ради которого стоит вот эти тренинги все проводить. <coughs> это стимул просто обалдеть какой. Это такая радость приходит, когда вот переломил и извинился вот так вот, и сделал хорошо, и сказал, я тебя люблю. И и вот это пришло обратно. Откуда оно пришло? Что это такое? Ну, это такое мощное, эйфоричное, такое эйфоричное чувство, ну, в смысле, ощущение это, это реальность. Вот это, этим надо пользоваться. Это вознаграждается вообще просто дико. Вот Друзья, вещи. у нас еще почти 20 вопросов. А, давайте, а давайте коротко будем. Угу. Да. Здравия, Валерий Видогор. Читаю вашу книжку, но дело идет медленно прочитываю пол страницы и сознание отключается. Максимум удается прочесть страниц 6, прикладывая чрезмерные усилия. Это лярвы борются, это лярвы боятся, что полученная информация из книги их убьет. Э, когда читаю фантастику, то такого не происходит, только после длительного чтения. А тут прям в сон э, не то, что клонит, а засасывает. Буду, наверное, перед сном ее читать. Да, то же самое у меня с Кастанедой было и с другими книжками. Вот когда э, вот эта внутренняя э, лярва, это или как, это, энергетическая сущность, которая управляет, она что угодно может сделать. То есть вот не жить, не быть, пить захочется. Побежал, пришел уже забыл, что хотел. То в сон, да вот так вырубишься. То то как-то так тоска такая наберет. То что-то там кто-то тебя обидел, вспомнишь. Она там в голову. Вот, еще после этого назови ее, ну, как бы что у нее нет сознания. Да, у нее там сознание, она чем толще, тем у нее сознание больше. Вот что. То есть она чем жирнее на тебе живет, тем э, больше у нее сознания, чем у тебя уже. То есть она управляет моим организмом уже лучше, чем я сам этим могу управиться. Вот что происходит. Поэтому в итоге происходит замещение этой сущностью человеческой, вот этой души. Вот. Это нормально, она через какое-то время сдуется, то есть э, на нее нужно так вот давить, давить, просто не заканчивать, и а в какой-то в один в какой-то момент она просто отступит, она не может вечно бодаться, то есть э, она слишком смертельно серьезна, ее очень хорошо берет э, юмор всячески, то есть не внезапные действия, например, вот чувство у меня вот ну совсем уже там, скажем, раз там воды в лицо, пф, ей такой удар получается, как лопатой по мокрой лопатой по одному месту вот так вот и такой удар происходит что-то внезапное сделать и эти все приемы они же описаны везде там сям, в, в разных книгах просто их вот нужно эти приемчики знать как и выбивать из нее вот это вот ну вот это тотальное управление мной как сбить это есть приемы а самое главное это напор 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 давим 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 Интересно, вот мое личное наблюдение на многих знакомых, да. Ну то есть мне так случайно попалось несколько знакомых, даже у меня такие есть. Э, как только говоришь на любые темы, они нормально бодро с тобой разговаривают. Как только зашла тема про какие-то знания и человек моментом засыпает, реально вот он да. вырубается, просто сразу засыпает. видно да? по человеку. А потом переключишь тему на другую, и он коп попять взбодрился. То есть э, что-то там сидит, что не хочет это слушать и человека вырубает в сон. И еще потому, что это не является частью его материальности. А материальность – это отклики. То есть в его картине эта материальность вычеркнута специально. Поэтому как только заговариваем на эту тему, человек пух, и вырубается. Вот прямо это четкая система. Да. Хорошо. Так что в случае чего лярвы хорошо поддаются, когда человек подходит с лопатой. И с юмором. И с юмором. Или поржом, или лопатой по одному месту. Yeah. <laughs> Тем более, она у меня мокрая. <laughs> Всегда да. Вопрос эфира от Жени Макаровой. Есть такая методика – метатерапия. У нас в Риге есть специалист, плюс высокий статус рейки. Насколько помощь такого специалиста эффективна? Или подсадка на деньги? Как работает и на каких уровнях такая помощь? Личность, практикующая это, имеет духовный статус? Вот сколько вопросов от Жени Макаровой. А, вот эти все вещи, они очень легко, э, их можно оценить. Сколько гордыни в этом руководителе, который там вот ну, все это ведет, да, который толкает там какую-то идею. Надо просто смотреть, сколько, насколько вот он такой важный из себя, как он любит, чтобы на него смотрели, как он там э, вот этот уровень гордыни. Если гордыня в нем есть, значит, э, в любом случае астральные паразиты через него э, засаживают этих астральных паразитов в других людей. Я, естественно, я не знаю эту систему, но это очень просто определять. Как только мы в себе определяем количество уровень гордыни в себе, мы сразу же начинаем видеть уровень гордыни в, в окружающих нас людях. Вот буквально прямо как, как вот как рентген какой-то сразу. Только человек зашел, не знал такое, я сразу же увижу, чего он стоит. Ну, в смысле, как он, насколько поражен гордыней. Вот с чего? Потому что я сам э, в себе это изучаю, смотрю уровень своей своей гордыни, как я с ней борюсь, вот и все прочее. Вот. Ну, таким вот образом определять, что он несет. Если он демонические идеи несет там... Ну, а что такое демонические идеи? Это индивидуализм, это э, там, отсутствие любви, там, я не знаю, ну, человека к человеку. Ну, это же там целый перечень. Вот все, что цивилизация нам предлагает, подлость, ревность и все такое там и прочее. Вот смотреть. Если этот духовный руководитель предлагает то же самое, только в, интересном, там, в интересной обертке, но ну, он несет демонизм. Надо смотреть, несет он демонизм или, э, или все-таки он э, хочет из вас богов однажды сделать. Ну, в смысле, там, к тому, что вы будущие боги. Вот. И То, как... что из нас сделает рабов и ничтожество, это демонизм как поговорка, на Бога надейся, но сам не плашай. То есть можно слушать учителей, прислушиваться, но самому стараться понять эту тему, изучить и самому на себя надеяться, на свои силы, ну, на свое развитие, самому развиваться важно. И еще, еще, еще один такой тест. Настоящий учитель, он ничего за тебя не решает. То есть он дает подсказки как бы, он не лезет в душу, там не заставляет тебя думать иначе, чем ты хочешь то есть фактически все, все средства есть в нас, и для того, чтобы эти какие-то средства заработали, чтобы мы духовно начали развиваться там и эволюционировать, нам нужно только подсказки. То есть, ну, как сказать, такая помощь-то опосредованная. Нам нужно, чтобы какой-то появился человек, который бы объяснил, что это уже в нас все есть. Вот это главный критерий. А если он загоняет, что... Он все может, а вы ничего не можете, поэтому идите сюда платите деньги там или еще что-то. То, То ну, это чистый демонизм. Вот, вот и все, весь критерий. Абсолютно согласен. Если учитель говорит, что он крут, а вы никто. Если он ваш постоянный костыль, вот с ним все получается, а да. без него ничего. Знаете, это директор секты. А где секта, там демонизм. А где демонизм, ну там, само собой, наши друзья, про которых мы сегодня говорим. Так что смотрите в оба. Санек Ефанов. Это, получается, мы их батарейки при жизни так или при смерти? То есть и при жизни, и при смерти. Нет, при смерти там другая история уже идет, там инкарнация новая, и мы там своими делами занимаемся, а энергия выдается на эту жизнь. То есть мы из прошлой жизни нашу энергию забрать не можем, а всю энергию, которую в этой жизни мы потратили из нас выстали, мы забрать можем даже из самого детства. То, что мы батарейки, это уже ну, настолько очевидно. Ведь эти все фильмы там э, снят, вот то, что снимают вот западные фильмы, там американские, это же все истории из жизни практически. Что взять супергероев, это они просто описывают богов ведических просто искаженном виде. Матрица ⁇ это вот, как, кем мы на самом деле являемся. То есть прямо по фильмам идти, идти, идти. Они все эти идеи, это все из жизни взято и переначено вот на свой демонический лад. Ну там, как-то попсово просто передано. Вот. И все. Тут как бы и сомнений нет, естественно. Мы для них пища, они паразиты. Они нас не уничтожили 250 лет назад по простой причине. Мы им нужны. А кто же за них будет работать, кто питать будет их тело, их энергетику. Мы же, мы же будущие боги, мы сотворители мира, будущее, мы управители мира. То есть мы можем управлять материей. Мы уже сейчас можем миром управлять, а они не могут. Поэтому им нужно, почему демоны как бы замещают человека, в теле человека через человека они уже могут что-то сотворять. То есть они могут силой сотворения через нас пользоваться или структурировать нас таким образом, чтобы мы сами сотворяли мир. Ну, например, убеждать нас в том, что будет апокалипсис, да? Вот им зачем-то он нужен. Ну, я знаю, зачем он нужен им. Вот. И мы постепенно думая, думая об этом, мы постепенно коллективно сотворяем апокалипсис. Вот. То есть мы не только батарейки, мы их все. Без, без нас им жизни-то и нет. Если они уничтожат этот мир, они исчезнут сами отсюда. Все, как бы не будет доступа. Так что вот, мы их не все. Так что они нас любят страсть как. Ну, не то, что любят, а. Они жить не могут. Без людей не хороших могут. они жить просто не могут. Вот да. очередная благодарность в твою сторону прилетела. Очень информация важная интересная. Ничего, нечего сказать. Сознание встрепенулось, всех благ вам. Так, идем дальше. Анжела Шемшур. А когда кодируют от пьянства, то куда лярва девается, отпадает? Как вы думаете? А, когда кодируют, если это ресурс в человеке пробужден, да, а кодируют это механически, да, что-то зашивают? Если Нет, так, кодировки как... есть разных видов. Есть кодировка, когда тебе говорят, все, ты не пьешь, и так глаза посмотрел. Так раз, два, три, четыре, пять. Логическая, скажем. Да. А другой вариант, когда тебе что-то под кожу шернули, сказали: попробуй, зараза выпить, сразу сдохнешь. Дело в том, что это малоценно. Ну, скажем, чтобы кто-то тебя за. То есть, вот ту работу, которую мы должны были выполнить в процессе проживания этой жизни, за нас ее кто-то выполнил, да, или отстранил от выполнения нашей задачи, ради которой мы, в общем сюда и матери... ну, инкарнировались, да, это не, не ценно. Это может быть, ну, чтобы мы вот, руки на себя не наложили, раньше времени не проиграли, какой на каком-то этапе это полезно, может быть. Заговоры, наговоры, вот эти все, они могут быть полезны, но они вредны в том смысле, что они развращают дух. Э -э вот, чтобы не погибнуть сейчас, а завтра иметь возможность бороться с этим, вот в этом случае она может быть полезной. Но она в перспективе бесполезная. То есть мы-то не, не, прошли эволюционный путь, вот и, скажем, не выполнили свой урок. Зачем? Так и относиться к этому и надо. Если, допустим, вшили что-то, да, это просто страх нас. Вот там, если я сейчас выпью, у меня там отравление организма, я умру. Это просто на страхе, да. А демонизм на страхе и живет. А Божественный путь развития никогда на страхе не, не жил, потому что в Божественном пути развития мы знаем, что мы душа вечна, мы чем, э, нас страхом не запугать тогда получается, то есть там, страхом убийства и все прочее, да, я отдам жизнь за своего, потому что это еще лучше для моего эволюционного развития будет. Ну, <coughs> вот. Магически то же самое. Магия э, вообще как бы магия, она же... Фу сама по себе это не хороша. Вот есть волшебство, и это абсолютно разные вещи. Волшебство и магия. Магия у нас предки пользовались сознанием дела, все прочее. Колдовство это совсем плохо, это демонизм чистый. Магия может и так использоваться, так. А есть волшебство. Вот с этим надо разобраться. И не нужно напрягать себя, там, пересиливать или там, закодироваться и все прочее. Волшебство эти вещи тоже решает. Угу. надо понять что когда за вас кто-то что-то делает это делаете не вы. на чужом горбу можно приехать к богу, но к богу вы не придете то есть только своими вот. ножками только своими усилиями и когда кто-то какой-то экстрасенс какой-нибудь там чревовещатель да не знаю кто угодно в вас закладку эту программу во-первых это не ваша программа во-вторых это не вы делаете. Это делает он. То есть вы не саморазвиваетесь, он саморазвивается, а вы объект. Некий объект, на котором производятся опыты. Во-вторых, программа может быть направлена против вас. Вы же не знаете, что у него на уме и что он вас заложит. Вот. Может, какая-то лярва как раз еще и усиливается, когда какая-то программа закладывается у вас. Да и лярва-то никуда не девается. Просто-напросто это страх, как правило, или зомбирование, когда человек подчиняется чьей-то воле, но лярва никуда не уходит. И с моментом, это как оттягивание резинки, она вырвется и долбанет вам по второй руке или по лбу, в зависимости, куда вы тянете. То есть принцип пружины здесь работает. Поэтому никогда не занимайтесь кодированием, никогда не прибегайте к каким-то там заговорам, вот, которые связаны с этим. Никогда никого к себе не превращайте, там, не привязывайте, не присушивайте. Нельзя вы создаете медвежью слугу себе самому, отрабатывать придется и быть чьей-то батарейкой за это. Вы же получили, а отдать придется. А кто вас забирает? Об этом мы сегодня говорили весь эфир. Ну и в одной строчке, скажем, можно согнать лярву с одного места, она сядет на другое и высосет жизнь через какой-нибудь орган. Хорошо это будет? Ничуть не лучше. Я ну, это да. тоже часто наблюдал, что вот там какой-нибудь врач или целитель, типа, решил вашу проблему, и бабаться у человека другая проблема, еще больше возникает, чем была предыдущая. А то еще помер. Другая. И это, да. кстати, говорит об этой зависимости, ну, цепочки, что человек должен сам был справиться. Он сам не хочет, типа, кто-то за него убрал, а у него, хоп, еще больше проблем навалилось, совсем других откуда не ждал. И это да, часто здесь... бывает здесь, знаете, есть такой принцип вот ксерокопия, когда идет копирование и накладывается бумага на бумагу, а вы не убираете. И в конечном итоге лоток переполняется. Ну и что из этого получается? Чего хорошего? Вот здесь то же самое. Одна проблема не убранная, если вы от нее убегаете, она на вас все равно висит. Но все mm -hmm. равно будет еще одна проблема, которая сверху наложится, они друг друга усилят. Часто люди пытаются решить проблему только уходом от нее, а не решением. Но в этом случае вы увеличиваете груз этих проблем. Вот листик один, второй, все на вашу голову, на вашу голову больше, больше. Да что ж мне все хуже и хуже? Да ты решай их, что ж ты от них пытаешься убежать? Нельзя от них убежать. Вам это по року дано, по судьбе вы должны этот рок исполнить. Будьте любезны, исполняйте. А если вы пытаетесь криво так ходить, блудить, то в этом случае вы получаете дополнительные бонусы в виде призовой игры. Да. У нас по вопрос... вопросов много. Ну и по большому счету не так страшно все. Ну ничего, в этой жизни не справитесь, будет еще. Не волнуйтесь. Не переживайте сильно. Все у вас впереди, дорогой товарищ. Виктория. Да, Виктория Вера. Валерий, а вы уверены, что ваш сын именно Лярв видел? Может, тонкий мир? А вы ему Лярва, Лярва? Да, ну конечно, тонкий мир. Он конкретно видел паучков. Он приходил к бабушке, знал, где живут ее паучки. Он рассказывал, как они спускаются и кладут ему в рот таблетку. И вот после того, как а у нас такая проблема, там, псих... психологические срывы бывают. И вот я выяснил, как... что психологические срывы бывают тогда, когда эти паучки кладут ему какую-то таблеточку в рот. Вот он как это увидел. И лярвы это а, астральные паразиты, или что там, ну, в смысле, живет, которые. Вот почему нужно чистить помещение, да? А потому что они живут тут. И он их видел. Это, это и есть тонкий мир. А лярва это не тонкий мир, это и есть тонкий мир. Угу. Ладненько, идем дальше. Александр, вопрос в эфир. Может, главная работа над собой стать совершение как следствие, чтобы лярва отвалилась, а не избавляться от паразита каким-то хитрым способом. Так мы об этом как раз и говорили. Ну да, для того, чтобы не погибнуть раньше времени, нужно, конечно, как-то противостоять на начальном этапе, а с процессом, в процессе как бы эволюции вот, например, Иисус Христос, да, почему Он был Богом? Да, просто по проявлениям. Он мог уже управлять материальным миром, он мог инфернальным этим миром, э, астральным и вот этим тонким управлять, он там бесов гонял, да. То есть ему-то уже противостоять ему не нужно этим, он управляет этим, он уже он в стадии Бога уже человек стал, он материализует вещи. А пока мы не боги, нам что-то нужно, какие-то вот приспособы придумывать. Вот и выкручиваемся как можем. Mm -hmm. Далее, Виктор Куприянов, вопрос в эфир. В 20 часов поступил. А разве мы сами создаем лярв? Разве они приходят не из пекельного мира или низшего астрала? Благодарю. Вот, э, поскольку, поскольку, поскольку вот я, вот эту лярву, она ко мне регулярно приходит, э, подтверждают люди, что ее тоже знают хорошо. Мужики, к женщинам там просто из физиологии просто по-другому там происходит. Та же лярва, но иначе есть определенные проявления, есть сведения из прошлого. Вот из вот этих всех сведений, из этой вот головоломки я вот так пришел к такому выводу. Я не говорю, что вот я прямо точно знаю, как это устроено. И именно ли... Ну, про Лярву я точно могу сказать, ну, в смысле, сам для себя, она для меня материальна, потому что она регулярно повторяется. Ну, в смысле, я ее знаю... Вот у ней нет лица, я знаю. У ней нет ног. То есть это некий спрут. Вот это... Она бесплодна, она э, вампирша, она паразитка. Поэтому почему женщин называли э, наши предки там «ах ты, лярва», потому что ты бесплодная вампирша-паразитка, никчемная тварь. То есть они знали прекрасно, что такое лярва. То есть вот исходя из этого, я и делаю выводы. А не из того, что там что-то выдумываю и там все прочее. Э, правильные мои выводы? Нет, ну я не знаю. Ну вот мне кажется, что правильные. То, что мы что-то порождаем, вот каких-то вот сущностей, да, мы можем хороших там, ну, правильных порождать, что они на нас работать будут э -э, там одушевленные, неодушевленные. А можем порождать, вот не зная что, и что потом становится инфернальной сущностью, тварью, которая нас потом сжирает заживо. Вот, вот в этом у меня убежденность вообще полная. Угу. Я ее не вижу, я не знаю, точно не могу подтвердить. Угу. Приходит ко мне говорит, каждую ночь. Начинается не Никак... разговаривать. <с throws> Сейчас разговаривать. Ну, прям такая вся гадость, подлость низкая, но симпатичная избавиться не могу. <с put> да. А знаете, как избавляться? Я, она мне говорит: вот ты, не, ты ее не любишь, она тебя не любит, ты сама люби, ну меня. П, ну, там такой чей, целый перечень такой, вот она как бы шепотом, да. А я начинаю такое соображать, что ты, кто ты, ты кто такая женщина, что, что ты, ты ко мне, у меня есть, вот это моя, моя жена, я ее люблю, я же ее реально люблю, да, я такой говорю, подожди, подожди, я люблю ее зачем-то. И она прямо начинает отставать, отдаляться, отдаляться, исчезает все. То есть, как только я вспоминаю, что моя любимая женщина, я ее люблю, как только любовь у меня, все, она тут же отстает. И она регулярно, вот там, раз там, в месяц, раз в два месяца, в три, там, она посещает. И осведомляется, ты все еще ее любишь или нет. А что такое любовь между мужчиной и женщиной? Женщина это берегиня. Как только вы ее разлюбили, вы потеряли ее защиту над собой. Ну это же да. по-нашему. Понимаете? А как только, только прервалась связь, все вас ждет лярва. Как только любимый человек исчез, то есть любовь к любимому человеку хана вам, как вы будете противостоять? И mm -hmm. Я вот у Алексея хотел спросить. Такой коротенький вопрос. Вот как ты думаешь, когда человеку, ну, там, мужчине или женщине, снятся эротические сны, это обязательно разве лярва или какое-то существо, это не может быть просто ну, самому человеку так. Это может быть по-разному. Здесь надо смотреть, какой идет посыл. Если посыл идет такой, о котором говорит Валерий, это однозначно лярва. Если идет просто ну, что-то с точки зрения физиологии происходит, никакого посыла нет, просто физиологическое. Вот что-то вот идет такое, да, и вы это видите. Здесь под вопросом может быть. То есть это может быть просто прощупывание ну, поля да, для дальнейшего действия. А может быть просто физиология срабатывала, но вот давненько не было у вас взаимосвязи с противоположным полом, со своей супругой, например, или с супругом, и вот что-то такое там навеяло. Но, как правило, как правило, все равно надо смотреть, эм, рассуждать, эм, анализировать, вот прям, ана анализировать, <laughs> что, ж, <laughs> что, да, что Анал же там такое, с чего-то это вдруг прилетело. Потому что просто так дыма без огня в данном случае не бывает. Что-то где-то вы не дожали, не доработали. Кстати, я вам скажу интересную вещь. Вот, ну, с трехлебого, наверное, все началось, но, может, еще какие-то были, да. Вот стало популярно осознанное сновидение такая тема. И все, кто начали заниматься осознанными сновидениями, они поняли, что они могут себе заказывать любой сон, да, если они в во сне проснулись и могут любой. И все заказывают эротически, в первую очередь. В первую ну, очередь, что ошиб ошибка вообще глобальная, большинства людей они именно вот заказывают, думают, о а чем мне заказать? А давай эротические, <свят> и они заказывают именно. Так что ну, все, вот, и вот вот улетел такой, в инфернал, и все, да. Угу. И, ну, <свят> я не по себе знаю, в инфернал я сразу. Я говорю: все, кто вот начинает осознанное сновидение, они начинают именно с эротических снов. Это значит, что они вот такого уровня развития, ребятки-то. -то. то есть, и я, и я, у меня тоже с этим проблема. То, что вот как вот. Осознанно сновидение начинается, и начинается соблазн. Вот этот. Это точно. Просто эволюционно ничего не готов просто. Я, Я знаю, так чувствую. Я так чувствую, что мы потихоньку от лярвоведения перейдем в варноведение, видение, потому что от варны а вот варны как раз они очень все подробно объясняют, почему, на каком уровне, на каком подуровне из трех начальных подуровней возможно вот такие сны, возможно такие побуждения, возможно низкое, высокое и так далее. Но мне не хочется сейчас варно видение переходить, <laughs> поэтому давайте уж с лярвами разберемся. Тем да. более, что нам вопросы еще. Тут ну, уже не пишут, а уже вот есть вопросы, на которые надо ответить. Стеша А. Вопрос в эфир. Как наркоманов и алкашей вылечить, так как они не поддаются лечению, пока не умрут? Тоже лярва присосалась? Спасибо за ответ. Да пожалуйста, сейчас, Стеша, сейчас расскажем. Давайте, рассказывайте. Ну, тут надо понимать, кого-то нельзя вылечить, кто-то пришел вот таким образом получить опыт, да, который ну, изгинуть в итоге. Кого-то можно вылечить, кто-то пришел именно пройти этот опыт и победить. То есть находятся способы самые разнообразные. И не обязательно это какие-то магические или какие-то все прочее. Ну, я так думаю, что вот алкоголизм и прочие зависимости и все-все-все, это разные, опять же, могут быть причины. И могут быть брутальные там есть же такие причины, что вот нужно родиться и умереть прямо в детском возрасте ну приходят люди из-за таким опытом да? поэтому тут э, нельзя как-то прямо обобщить, что вот именно вот с наркоманами именно так что такое наркоман это зависимость невозможность противостоять вот э, вот этой э, как сказать то вот этому веществу так ведь вы то же самое с нами делают они научились нажимать на кнопку Удовольствие, вот как на, на, в мозг крысы там электрод присоединили, тысяч и все, и жмут. И за счет этой кнопки из нас вьют веревки, и мы такие же точно наркоманы. То есть, что вот эти, которые курят там или ширяются и им и сгинут, мы точно так же сгинем, если мы вот от этой же наркотической зависимости, только естественной, которая вырабатывается в нашем организме, которая какая-то тварь вырабатывает. И э, Мы в таком же точном положении, вот в чем проблема. Ну вот я не знаю, ну вот, вот такой аналогию я привел. Мы все бывает в одной лодке. И еще так, что человек действительно осознал, он хочет, да, и он просит, чтобы ему как-то помогли, подсказывали, как-то помогли. Вот действительно такого человека можно запереть куда-нибудь, да, дня на четыре попробовать, э, что-то такое. А бывает человек, когда он и не собирается бросать. Он говорит, ну так нормально. Или так скажет, чтобы они отстали, да, я хотел бы бросить там, да, да. По-честному он думает, что не хотел. Бы. Ты, просто, я просто тебе говорю, жена, чтобы ты отстал от меня, я просто. А он не хочет. А вот кто не хочет, я думаю, даже как-то и неправильно вмешиваться в его судьбу. Ну, не хочет человек, он хочет так жить. Ну, мне кажется, что нельзя вмешиваться в чужую судьбу. Да, есть создание намерений. Вот человек страдает, если он реально захочет, это, чтобы это прекратилось. Он создает намерение, ну, это там из Кастанеды, да, на создание намерения там. И в это, как только он захотел этого по-настоящему вот от всей чистой там, души, тут же мир начинает меняться. Мы не забываем, что мы хоть наркоманы, хоть кто, мы все равно боги будущие. И начинает материальный мир создавать условия, при которых он выйдет из этого состояния. Найдутся такие люди, найдутся э, методики, найдутся там какие-то стимулы. Uh, сам мир поможет, там загонит. Если надо, ему ноги сломает, <laughs> там по-разному может. Это же джин, намерение это джин, вот. Но он, этот мир, если он uh, начнет это сделать, он сделает это. И пока, как, как пока человек искренне этого не желает, это не может решиться. Вот ну, как Видогор сказал. Как только вы желает, найдутся способы, все, все заработает, все завертится, закрутится и вопрос решится. Кстати, Абсолютно я... согласен. Я, может, не могу это объяснить, как это так, почему это так. Но я иногда могу видеть судьбу людей. Я вот у некоторых Алкашей, да, действительно, я вижу его судьбу, что он будет пить до самой смерти. И вот я сто процентов это четко вижу. И вот ничего не, ну, по-другому не будет. И как бы я не могу объяснить, почему такая судьба у человека, я не знаю почему. Я это могу. Судьба. Но вот я четко ее вижу. Я у многих я... вижу судьбы. Можно? Я могу сказать. Есть люди, которые не хотят быть людьми. Они хотят уйти в животный мир. Вот бомжи, вот эта всю деятельность бомжей, если вот разобраться, да, они же там и состоятельных людей могут быть, и все прочее в итоге. Они отказываются от воплощения в человека. Они хотят уйти именно в животный мир. И у нас есть этому и название, и все. То есть, ну, это другая тема. То есть есть конкретные бомжи, которых это, это как сказать, это не, не демонический путь развития, это деэволюция. Вот есть такие сущности, они имеют право, да, они, регресс у них, и все, они уходят в, в животные миры, и все, им нафиг не нужна эта совесть, это все страдания человеческие. Так что кого там спасать-то? Попробуй спаси, он тебе еще и башку проломит за это дело. Он тут всеми силами пытается вырваться из этого человеческого существа. Хорошо, не затягиваем эфир, идем дальше. Стеша, а вопрос в эфир. Как наркоманов алкашей вылечить? Поговорили. Теперь Александр, еще вопрос в эфир. Лярва, может вывести из состояния потока и не пускать? Да что за поток? Ну, видимо, поток божественный, наверное, где с высшим я, со своим, с божественным своим началом идет соединение с родовым, и вот она выводит, и дальше в поток не впускает. Судя по всему, так уж извините, я Перевожу с русского на русский. А так, мы вроде говорили, когда так человек это оно... засыпает. Помните? Нет, ну. так она этим и занимается, я не вижу. То есть она для того и создана, и питается инферналом, чтобы это делать. И не одна, она все, все эти все инфернальные сущности, они только ради этого и тут и тусуются. Перекрыть поток и на себя его зациклить и все, и высосать туда, в инфернал. И часто бывает, даже такому человеку начинаешь что-то рассказывать, и видно, что он начинает злиться на тебя. Обязательно, да. Он должен защищаться, иначе, да, все правильно. Она защищает себя. Она и, и застает и в морду дать, и там и на всякие поступки. Поэтому вот этот нахрапом ничего делать, естественно, нельзя. То есть пострадаешь. Ну или, ну, или там. Да. Мне понравилось сообщение от Оксаны Бреннер. Мы сами лярвы, и нечего кого-то винить. Это, классно. Ля... это лярва выразилась, все нормально. Нет, мы, нет, мы ну, слышим а с... их ее голос, да. Все. Нет, но Оксану нет, нет, нельзя, Оксаночку нельзя пускать до этого уровня. Идем дальше. Не, не ее пускать, это лярва через нее выразилась. Она может, моя может выразиться. У меня прикольный был комментарий в чате на моем канале. Человек, видно, только что зашел, да, и слушает такой, и пишет: А что, о бабах речь идет? О них родных, о них. Кто о чем, да? Такая материальность у человека. Так, баба. Не, ну как бы он название-то прочитал? лярвоведение. А ну нормальная баба, хорошая лярва, да? Все правильно. Хорошо, что не хорошо, что не стервоведение назвали. Идем дальше, Владимир Солнцев. Вопрос: Эгрегоры только плохие или есть хорошие? Я так отвечу: все эгрегоры конфликтуют между собой. Это инфернальные сущности. То есть они коллективные или единоличные? Это такая большая дрянь. Тут сложно сказать, я потому что вот ну не вижу воочию. Вот Алексей сказал, что это совокупность множества. Вполне возможно. Они созданы для того, чтобы конфликтовать друг с другом. То есть все, каждый, вот религия одна, религия вторая. Они обязаны между друг другом. А медицина. Или э, знахарство это разные эгрегоры, они конфликтуют между друг другом. Но ну, медицина мощнее сейчас. Коммунизм, э, любой, любой другой изм будут конфликтовать друг с другом. То есть э, любая лярва будет конфликтовать с другой лярвой. Во мне сидит лярва, в жене сидит лярва. Они будут конфликтовать. То есть, любое, любая инфернальная сущность создает конфликт для того, чтобы высвобождать энергию. Поэтому, поскольку это. Инфернальная сущность, любой, э, любой, любой этот эгрегор, он, <coughs> вот у него, у него такая задача сталкивать лбами э, и выбивать энергию из людей. Вот так вот. Это все можно э, прочитать у Зеланда. То есть он это называет маятниками, малыми, большими, и так далее. То есть, но су суть идет э, речь именно об этих эгрегорах. Как они функционируют, все там по полочкам расписано. Мое мнение, что есть хорошие эгрегоры тоже. Я считаю, нет. У нас не было эгрегоров в нашей цивилизации. В божественной... э, у, них, у них не было, да. Но когда пошла эпоха деградации, да, я могу сказать такое, что были моменты, когда даже наши люди сами создавали эгрегоры. Э, то ситуацию? есть, я, я пример могу привести такой, да, допустим, сами веды, да, они очень-очень сложные, да, а когда пошла деградация, уже понимали, что некоторые люди не способны изучить, ну, всю эту, осознать, да, но а, а они, порыв есть, что они хотят быть крутыми, да, как бы, а что это они могут? И для них создавались школы попроще. Ну, школа попроще, она как бы под определенный эгрегор под нее создавалась, что она уже не такая крутая, как что на уровень богов, но... Ну, чтобы они тоже чувствовали, вот, например, буддизм был так создан. Да. <с> То есть, ну, он добрый эгрегор буддизма, но эта школа попроще, когда люди не могли веды осваивать уже, да им дали буддизм. Но угу. это все равно признак деградации, чего ж там. И вот тут, как говорится, мнения разошлись, и появилось, появились эмиленты, элементы ток-шоу Соловьева, да? А, здесь такой: а как же славянский эгрегор Геннадий Молдаван? Геннадий, я вот свою точку зрения не буду высказывать специально. У нас есть с Мишей и с Михаилом, мы несколько передач записали. Там, как раз про то, а есть ли вообще славянский эгрегор или нет славянский эгрегор. Не буду об этом говорить. Вот просто ну, не поленитесь, что передачу не затягивать. Послушайте, там небольшая передачка 20 или 30 минуток. Я, да, я думаю, о других каналах. Я думаю, правильно славянского эгрегора быть не должно. Ну, ты прямо сейчас вот все расскажи. Я посылаю послушать, а ты... Хорошо, а ты ладно. Прям... Ну, просто мое мнение. Я так думаю. Может быть, я ошибаюсь. Хорошо. Дальше. Виктория э, Бирзул. Вопрос в студии: У нас в каждом поколении алкоголики. Как спасти сына? Ему 25 лет. Мы уже говорили на эту тему. Возможно, он не хочет спасаться. Ничего такого не надо. Может быть, он пришел для того, чтобы вот э, жизнь так вот прожечь. Тоже опыт. Как только вы... Uh -huh. Я думаю, что здесь не только вопрос к лярововедению, но здесь вопрос и в прошлое своего рода. Надо разобраться с родом. Uh -huh. Здесь давайте-ка вот не будем выносить эту тему в наш сегодняшний эфир, потому что да. это более сложная и интересная тема, нежели чем лярововедение. Здесь uh -huh. надо разобраться со своим родом. Идем дальше. Оксана yeah, Брейнер, что, вопрос. Правда, что алкоголизм и наркомания это может быть проклятием и родовым проклятием. Возможно, я говорю, это более сложный вопрос, поэтому я предлагаю в эфир его не выносить. Но делать обязательно что-то надо. Надо разбираться со своим родом. Здесь на уровне одного человека не разобраться. Здесь надо более глубоко смотреть. Оксана Бреннер, вопрос. А можно с лярвами договориться? Я тебе чуток, и ты мне не очень. Как это анекдот, я вспоминаю, к зубному врачу приходит такая миловидная девушка, садится в кресло, он на ней нагибается, вдруг чувствует, что она рукой его держит за то место, где мужчина, которым часто хвалится и меряется, он Говорит, зачем вы это сделали? Он говорит, доктор, смотрит на глаза, надеюсь, вы мне не сделаете больно. То же самое и здесь, договориться с лярвой. Ну, что скажете? Ну, я скажу, что вот, скажем так, с насильником или там, да, договориться как? Ну, можно сделать так, чтобы он тебя изнасиловал, там более-менее мягче, но он все равно это сделает. Лярвы это абсолютно безжалостное существо по отношению к человеку. Вообще нет никакой жалости. Вот просто как, не знаю, мы к корове жалостливее гораздо относимся, когда едим ее мясо, там, да? ну я не ем, кстати. Вот и взаимодействовать с ней можно только на точно, ну как против лома нет приема, точно с такой же позицией безжалостности. Вот. Я вот с тобой согласен. Мы уже сегодня говорили про программу. Вот представьте, вы пытаетесь программе объяснить, что вы хорошие. А в программе включено, например, вас нельзя пускать вот в это место. И перед вами программа ворота закрывает. А вы объясняете, я хороший, угу. я вот такой, я вот это. Он говорит, нет, нельзя. И вы никак не договоритесь с программой. Лярва – это программа, которая выполняет, тупо исполняет то, что она должна выполнить. У нее установка. Она умная, но она программа. Она выполняет. И поэтому ее ваши стоны переживания интересуют с только, с только, зрения, только с точки зрения того, чтобы побольше от вас получить этих переживаний и стонов. Другое больше от вас не интересует. Как вот вы не можете с глистом, который живет в кишечнике там коровы или человека договориться, но ну, ты, пожалуйста, поменьше вот фекалий в меня выбрасывай. Я не хочу болеть, травиться токсинами, которые ты выделяешь. Ну не надо. И кушай поменьше. А он присосался уже там, сидит. Да-да-да, конечно я понимаю. И как в басне Васька слушает и ест. Вот из этой же серии нельзя. Это допускать, ну вы же не мазохист в конце концов. Да, еще почему нельзя? Ну, вот еще две причины короткие. Во-первых, вы так не сможете эволюционировать. Скажем, договоритесь, вы меня там не трогайте, я там, себя, там проживу, там тихо -мирно. А, а вы не для этого пришли в эту жизнь. Вы должны были перебороть это все и победить все. А во-вторых, если это и программа, да, то а, <къем> вот вся жалость вот это вот к себе, да, вот это просто бездонная жалость, так лярва как раз она себя жалеет очень сильно и вот вся эта вот жалостливость человека к себе это проявление лярвы жалости к самой себе к лярве через человека это происходит и вот эти все наши слабости и все все прочее это это все ее проявление почему безжалостно э, к ней нужно относиться в этом случае мы получаем инструмент перестаем жалостливо относиться к себе то есть к ней и мы тогда начинаем ей манипулировать запросто вот прямо вот сходу, как только перестали себя жалеть, и началось. И я так теперь могу сделать, и так могу сделать. И... А то, что я не мог не себя заставить там на протяжении стольких лет, а я вот сейчас без жалости беру и делаю это запросто. То есть безжалостность это очень мощный инструмент, и именно только единственный инструмент, который можно противостоять этой лярве. А договориться с ней, там, что, ну, в смысле, чтобы она тебя пожалела, это невозможно. То есть у ней нет такой функции. Я, кстати, слышал от кого-то из лекторов, что можно договориться, но я тоже не согласен, я такой приведу пример, лярва они просто вами питаются, как вы договоритесь? Да, зачем на договорятся И да. это то же самое, что у вас в комнате комары летают и садятся на вас, они же кушать хотят, они пьют вашу кровь, они так питаются. Они по-другому не могут питаться. И также лярвы, они просто питаются вашей энергией, они по-другому не могут. И бесполезно с комарами договариваться. Их только можно прихлопнуть. Но вот вы можете комарам объяснять, они все равно будут на вас садиться. Так что с лярвой тоже самое. Комары кровью не питаются. Самки сосут кровь для продолжения рода. Это все они, а -а -а. лярвы. Это бабы виноваты во всем, Проявляем мужской шовинизм. Тут я добавлю, все паразиты ведут себя так. Будь это человек, будь это там комар, там будь хоть кто. То есть они все примерно одинаково по отношению к человеку, ну, в смысле, вот к своему донору относятся. То есть в них нет жалости к нам. И я думаю... Это образ как... жизни. Да, я думаю, что комар это э, подарок из инфернального мира. Ну, то есть даже не из мира, а с демонической какой-то планеты. Вот у нас уровень повысится на планете, они исчезнут. Вот тараканы уже исчезли. Ну, там поспорить можно, из-за чего они исчезли. Но процесс идет. Угу. Mm -hmm. Такой. Обратная связь из наших чатов. Олег Синюков. Ребята, я так давно не ржал. Благодарю. Видишь, поддержали настроение, подняли. Сэкономили люди на билетиках. Друзья, сэкономили на билетиках, будьте любезны, поддержите каналы с экономленными деньгами. Мы вам подняли настроение. Почему человек ржет? Потому что вот эта радость, эйфория, когда вот осознаешь вот это, вот это, я сам по себе столько раз замечал, когда вот осознание приходит, как это все на самом деле работает и как это можно оперировать этим, такая радость возникает. А когда еще получается, это вообще просто улет. Вот. Идем дальше, Санек Ефанов. Вопрос после отработки батарейкой убыл к предкам на вразумение. А, не факт. Может быть, тебя перековали в демоническую строй психики, и ты пойдешь в демонический путь развития. Твой, как бы, следующее воплощение будешь демоном. Вообще, опять же, это разговор такой неблагодарный, потому что у каждого свой путь, кому-то надо вернуться да. сюда и в круге сансары покры... попрыгать, кому-то да. надо в спираль войти и подниматься по спирали, а кто-то за одно воплощение способен пройти все. Вопрос: куда вы после того, как батарейкой поработали, пойдете? Это может быть, в утиль, может быть, к предкам, может быть, сюда обратно, может быть, на перечего-то там и так далее. А может быть, получив бесценный урок и усилившись там в тысячу раз, придя уже с новой силой в этот мир, уже выполнять совершенно на другом уровне уроки. Конечно, это все индивидуально, так что вопроса однозначного я никогда не даю, и я так понимаю, что никто здесь не собирается давать однозначный ответ, что будет именно так. Посмотрим, все зависит от вас. Я бы добавил к этому, что у демонических миров есть такая программа, как затягивание душ. И она действовать может через да. разные секты, религии и так далее, через тех же лярв. То есть, если вы там носите лярвы в себе, это, как бы, получается, вы косячите, по-честному. <свят> ну, от них <свят> надо избавляться. И получается, если вы во все это погрузились и поддаетесь, это через тех же лярв. И эгрегоров это своеобразная захват душ демоническими мирами. Ну, получится у них не захватить вашу душу, не получится это другой вопрос. Но они это делают. Напоминаю, что вопросы мы больше не принимаем, потому что в первой части мы вопросы накапливали, вторая это уже ответы на вопросы. Мы не можем раздувать эфир до бесконечности. Денис Атаманчук, вопрос в эфир: Пси-террор, проникновение в сознание при помощи излучателей фантомных фо фотонных, вернее, установленных на вышках связи это оружие, поборимое то есть, можно ли с ним побороться? Благодарю. Так, но ну, демонический путь развития он предусматривает компьютеризацию, вот эти все технологии, вот эти все, которые в нашей божественной. В, нашем, в той цивилизации были другие технологии, да, те же самые пси технологии или еще какие-то. Как можно побороть излучение? Ну, мне кажется, так сложно. Надо, надо осознать, что оно работает. По крайней мере, простая даже фольга, которую очень сильно высмеивают в, наших, в нашем обществе, она очень сильно помогает. Не надо там на голову ее накручивать. Дело в том, что э, эти вещи, неважно, фольга или там слой железа и все прочее, эти вещи очень даже сильно экранируют эти дела. Просто надо залезть в интернет и посмотреть. Э, противостоять можно тогда, когда. Пойм... Когда приходит понимание, что есть эта угроза воздействия, и тогда можно и вот я пытался вот, например, вот химтрейлы у нас были тут, я мы с женой встали и начали разгонять эти вот всю вот вот эту вот всю муть, и у нас получилось, то есть этому нам нужно уделять э, внимание и найдется способ как это сделать. На это вот так, на это другое, на это вот просто воздействием, намерение можно создать. То есть есть возможности, конечно, на каждый случай как. А вообще нужно вести глобальное противостояние вот это. Ну, не такое, что там военное противостояние, а именно эволюции, просвещения общества там и так далее. То есть чтобы вот мы вышли на другой уровень развития. Вот тогда мы уже тут это все прекратим. А так мы, наверное, не победим в частном случае. Согласен. Идем дальше. Вопрос эфир от Солнца. Валерий, здравствуй. Кто такие демоны? Как они выглядят? Может, может ли их видеть обычный человек, появляясь здесь? Какую цель преследуют демоны? Благодарю. Демоны, конечная цель у них заменить душу человека. Демоны те, которые устраняют, учиняют вот это геноцид против людей. То есть это совершенно люди, вот те, которые революцию в 17-м делали, те, которые а, сейчас на, там, на Украине массово там кого-то убивают, да, или еще в каких-то странах. То есть это уже люди, а, то есть носители оболочки человека, а там уже демон подмененный. Он может сразу рождаться, уже, допустим, а, во грехе люди э, зачинают ребенка, и туда уже душа демона уже зарождаться может запросто. То есть, как его увидеть? Да по глазам видно, да по его действиям, да вообще то, что по нечеловеческому отношению ко всему живому. То есть, у нас демоническая э, цивилизация, вот какое отношение к миру, э, к экологии, ко всему, это, это все эти сущности, будучи уже в телах человека, э, все это делают. Понимаете? Вот такое мое отношение. Они ходят между нами. То есть там еще где-то душа человека в нем может еще есть, а уже большая часть это демона сидит. А может и уже души нет. То есть они вот, то есть мы думаем, что они такие какие-то, бог знает. Там религия же мистифицирует все, а это все вещи совершенно реальные. Вот. Ну, также может быть и как мира Яви, которых мы можем видеть, да, и Мира Нави, которых мы не видим. То есть, какие в мире Нави, там могут быть самые разные, и даже трудно их описывать, да, они могут по-разному выглядеть. А в мире Яви они могут быть и в виде человека, даже, ну, простой человек, а внутри там демон. В этом человеке. Они... А могут быть, даже наши предки называли к демоническим существам, относили вот тех же серых пришельцев и рептилоидов относили да. к демонам. Других цивилизаций, носители, они также демонические цивилизации, которые нас захватила, Она же совершенно материальная цивилизация. Потом эти люди, вот эти, например, на них жалуются, что они пахнут серой, воняют, как бог знает что. Там, там про Клинтон почитайте. Вот, ну ты же. Вот. Так что этот вопрос очень интересный. И он не такой мистический, как может показаться. Ты прям этот, прям на святое покусился на тетю Клинтон. Ну ты что? Ну нет, я говорю, что про нее говорят. Она же в президенты метила, а ты ее так вниз Демон, в президенты бы пришел. Вот его была красота, тут же ядерный удар бы получили. Ну ладно, ладно. Не будем дематизировать демонов. Демонизировать демона не будем. Да. Идем дальше. Дарья, вопрос. Как помочь родственнику, у которого возникает одержимость, агрессия, возбуждение, настоящий сатанизм на почве религии, больным себя не признает, лечился у психиатра? Есть справка, что больной. Да, Тяжелый Да, тоже разные стадии, но только через любовь. Вот. у меня мать, я просто просто расскажу коротко. у нее у нее был алкоголизм. Вот прямо реально. То есть она вот как вот общаешься не как с человеком. Ну то есть и глаза пустые, и все там уже замена какая-то. Я вот тоже Карнеги там еще что-то начитался, То есть и понял, что нужно как бы любовь. А я даже доброго слова не мог ей сказать, потому что ну как это так жизнь так профукать, да? И вот я начал постепенно, постепенно, там, в конце, там, по телефону говорю, там, целую, и все переломает, как это я ей так сказал, целую. Вот, и вот так постепенно, постепенно она преобразилась, пить бросила, помогла мне квартиру купить, у нее бизнес пошел, там вообще отвал башки просто, человек совершенно зажил другой жизнью, только вот я и я почувствовал к ней вот эти э, чувства-то, вот она материнские чувства, у нее проснулись никогда не было, а у меня... Чувство ребенка к матери проснулись, вот этот вся любовь. Вот это все только осознанием делается, только вот именно любовью. Абсолютно согласен. И Дальше бывает идем. действительно, что вот демон, он может из Мира Нави перехватить управление человеческим телом. Вот, как мы говорили, что душа управляет как автомобилем, этот демон может, если слабая душа, он ее скрутил, перевязал и в багажник положил, а сам управляет автомобилем и едет куда он хочет. То есть, уже вот такими одержимыми людьми рулит демон внутри. Этого человека он там не управляет внутри, он потерял управление, демон управляет его телом. Точно. Ну и тогда, да, какая-то помощь вот такая, переложить его из багажника, там, распутать, например, да, наверное, наши предки это умели делать, да? Вот, а у нас нет такой, в нашей цивилизации нет таких э, понятий а даже. Это уже это, такого, получается, силы надо. Его надо mm -hmm. там, э, ну, получается, силовое воздействие, то есть его yeah. вот, на каком -то надо этапе, связывать да. на какое-то время, куда-то закрывать и специально mm -hmm. там кормить, поить специальными вещами, чтобы он и, и этот человек должен понимать, что ему помогают, они хотят его там сделать плохо. Ну, то есть это целая культура. Культура, культ, ура. Да. Ну, свои я не то буду есть, рассказывать. Как? Да. И, как да. Свои и, взаимодействия как с демонами. Говорит? Экзорцизм я не буду экзорцизм. рассказывать. Вот, это да. тоже, да, это отдельная большая тема. Есть всем, кому что-то рассказать. Очень интересно, да, конечно, да. Потому что это воочию, когда встречаешься uh -huh. с этим, uh -huh. просто как наблюдатель это одно, а когда ты в этом участвуешь, то это совершенно другое. Вот тогда это Идем... становится материальностью, да. Да. И когда главное есть победа над этим, или там, ты помогаешь человеку избавиться, это вот дорогого стоит. А так, разглагольствовать, конечно, можно об этом бесконечно. Идем дальше. Ну, во-первых, я Дарье соболезную, здесь любовь и приятие, потому что любовь она принимает вот через это. добрые отношение и не, агрессию нельзя включать. Потому что агрессия как раз это то, ради чего он и вселился, чтобы вызывать агрессию других. Угу. Идем дальше. Олег Синяков. Реплика в эфир. Лярвы приходят для нашего обучения, и только когда урок пройден, лярвы уходят. Вот такое умозаключение у Олега. Согласны? Да? Нет? Конечно, они наши учителя, и так мир устроен. Но то, что вот инфернальный мир э, ворвался в наш мир и весь его под себя переиначил, я тут не знаю. В смысле, двоякое ощущение как бы, отношения к этому. Все-таки это агрессия большая. Как бы Лярва – это учитель, которого ты должен убить. Это перестать его питать, и она умерла, чтобы, да. А это очень тяжело бывает. Он твой учитель, убей его. <свят> <Да>. <свят> Напоминает мне какую-то, знаешь, такое <свят> предание, сказку восточного направления, когда ученик должен был победить своего учителя, превзойти его в боевом искусстве и зарубить его там рукой или мечом, и так далее. Попугиваешь ты меня, Видогор, попугиваешь. <свят> Идем дальше. Наталья в студию. Странно, Тогда как понять слова Ведогора, что невыполнение хороших вещей вызывает плохое состояние? Это, наверное, был упрек в мою сторону, когда я сказал, что есть привязки. Вот, ну когда там мы разбирались с этими с учениями восточными, где там йога была и так далее. Что-то скажете по этому поводу? Но я вопроса не понял, затупил. Ну, затупил. Да, напомню, что когда я говорил, что вот бывают хорошие привычки, и человек, когда нарушает привычки, его организм, приученный к этому, как собачка Павлова, сопротивляется, но ну, ты приучил меня, а мне нужно это сделать. Почему ты меня на прогулку идешь именно в это время? А у меня потуги начались, да, ну, условно там, да? Вот, и человек, приучив себя делать хорошие вещи, если вдруг он не сделал, он чувствует себя некомфортно. А другое, когда человек находится под действием какого-то эгрегора, ну, например, занимается какой-то, ну, может быть, йогой, но где явно не просто йога как наука вот высшая, божественная, а где йога как просто вот какая-то секта такая, где йога является одним из инструментов. И вот он не пошел заниматься, и ему очень плохо. И вот этот эгрегор, в который ну, йога был просто прикрытием, он на него действует. Он тебе говорит, иди занимайся, иди занимайся. И вот тут было сказано, имеется в виду Трехлебов Алексей Васильевич, что невыполнение хороших вещей вызывает плохое состояние. Так вот, я говорил не про то, что сказал Видогор в данном случае, но вопрос в мою сторону, поэтому я отвечаю, уж извините меня. Uh -huh. Я говорил про другое. Я говорил про низменные управленческие структуры, которыми управляют лярвы, управляют сущности, из пекельного мира управляют эгрегоры. А Видогор говорил про сущность, про человека с высоким уровнем сознания. И тогда, когда он не сделал что-то хорошее, то тогда совесть на него давит. Совесть говорит, ты что ж мерзавец это делаешь-то? Ты что ж такое? И это угрызение совести. Он чувствует, что сделал что-то плохое, не сделав хорошее. И это совсем не то, о чем я говорил. Поэтому я расшифровываю, есть понятие высокого уровня, о котором сейчас Наталья написала. Это когда ты должен был это сделать хороший, ты не сделал. Это одно. А мы-то говорили про низменное, про лярв, про пекельные миры, про взаимодействие, про демонизм и прочее. Поэтому не надо путать постное с соленым. Но я еще добавлю, нам нужно делать то, что мы ради чего пришли. Вот, например, отказ от рождения детей, например, это вот как раз отказ от эволюции. То есть вот эти вот вещи, которые нам нужно сделать, э, ну, как сказать-то, ради чего мы вообще воплощаемся, это же э, способы эволюции и все. И нам вот этот демонический мир говорит, это не надо делать, не надо помогать ближнему. Зачем, когда там они всякие плохие, разные, не надо рожать детей э, и, и так далее. Ну, как-то вот мысль у меня не очень сформулировалась, но, в общем, нам нужно выполнять свои обязанности, ради которых мы сюда пришли, то есть выполнять свои уроки. Если мы не сделали, конечно, нам будет худо. Совесть нас замучает, заболеть будем. Здесь надо понимать следующее. Так вот, чуть-чуть дополню. Если человек находится на начальном стадии развития, то у него более широкие рамки вправо, влево что-то делать, у него более широко. И поэтому пендали волшебные прилетают к нему, когда он совсем что-то делает не то, что нужно. Если он поднимается в варну вторую, там сужаются рамочки, там уже да. сделал что-то не то, получай. В третью там вообще все очень четко, конкретно. А уж если ты, прошу прощения, метишь в жрецы куда-то туда повыше, там все очень узкое, там сразу прилетает моментально. Поэтому не удивляйтесь, если мерзавец какой-то делает какую-то гадость, ему ничего не прилетает. Он говорит, ну как же так? Я сделал то же самое, а мне сразу прилетело. А он делает это постоянно и ничего не получает. Вы ошибаетесь, он получит еще с большой-большой такой тележки дополнительной. Просто не сейчас. У него задача быть мерзавцем в этой жизни. А ваша задача не сваливаться до уровня мерзавца. Поэтому вы сразу конкретно получаете волшебный пендель и грабли сразу на вас отрабатывают. Поэтому, чем выше, вы подняли планку, тем больше ответственность на вас возложена, тем сразу ответная реакция идет. Поэтому, если вы сделали хоть чуть-чуть против своей совести, против своего вектора движения, вектора жизни, и к вам прилетает, знаете, вы хороший человек, вы на правильном пути. Вот вы это... правильным путем идете, товарищи. Това... Товарищи, да, правильным путем идете. Вот так что вот это учитывайте. Ну давай последний вопрос зачитаю и будем подводить да. итог сегодняшней нашей встречи против депрессии. <свят> Огненный тигр, вопрос эфир. А могут ли лярвы внушать негативные мысли и вгонять человека в депрессию? Вот теперь я прошу Валерий, начни сначала и прочитай всю лекцию заново. Они <свят> 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 а, только этим не занимаются, короче. <свят> да. Это, они без этого жить не могут, иначе жизни их не будет. Только этим и занимаются. Так что все нормально. Тигр, послушай сначала эфир, там об этом всем говорилось. Ну что ж, друзья мои, давайте будем подводить итог на сегодняшней нашей встрече. От каждого из вас жду добрые пожелания, как у нас заведено на канале, для наших радиослушателей и зрителей Народного славянского радио. Пожалуйста, так, с кого начнем? Давай с Ведогора начнем. Я не только для зрителей, а просто и для нас самих. Мне понравилось очень сегодня. И вообще мне нравится вот в последнее время такие стримы, когда 2, 3, 4, 5, 6 человек собираются и так по очереди говорят. Мне кажется, и для зрителей, и многих это интересно. Мне самому это интересно. И желаю, что больше хороших людей кто нас слышит тоже может как-то выходите на контакт присоединяйтесь у вас есть интересные темы какие-то обсуждения да э -э то есть э -э расширяемся вещаем Вещаем, и самое главное, вещаем сейчас, вещаем не в злобе, а вещаем не против кого-то, а вещаем ради чего-то. Ради того, чтобы осознавать, понимать, как отсюда вылезать, понимать свое предназначение. То есть многие пытаются создавать очередные ток-шоу, типа там Владимира Соловьева и кого-то где приглашают этих и лбами э, стравливают, mm -hmm. они там начинают биться. Вот наше вещание надо понять, оно доброе оно отличается от всех других. Поэтому приходите с добрыми мыслями и несите добро. В этом случае вы вступите в нашу дружную компанию и будете, вот как ты сказал слово, противный стрим, участвовать. Вот, я думаю, в передачах, в трансляции. А если вы злобу несете, то мы вас просто не примем в свой круг. Ну, не надо гадости. У нас и так хватает плохо пахнущих веществ вокруг. Зачем еще совносить? Извини, продолжай. Да я уже все сказал, Зрителям да. желаю развивайтесь, удачи, счастья, вам, всего доброго. Да. На этом все. Хорошо, ну, Валерий. Я, да, я скажу коротко, затяну свою волыну опять э, э, ради чего мы пришли, ради эволюции. Вот. И моя эволюция вот таким образом складывается. Я постигаю вот через для э, Эту эволюцию можно постигать перед. Э, сам, самыми разнообразными способами. Все, что человек руками не сотворит, это все он учится сотворять. Все, что человек не сотворит а, в уме, например, будь то музыка, картины или даже там еще что-то, это все процесс сотворения. То есть все это нам будет нужно, когда мы станем богами, потому что мы а, в каждой ипостаси тренируемся а, делать одно, второе, третье. И все, что бы мы не сотворили, все это э, тренировка нашего сотворения в будущем, когда мы будем творить, может быть, сначала какие-то материальные вещи, а в итоге кто-то будет и, и творить миры. Ну, такое мое убеждение, глубокое. Ну что ж, низкий поклон тебе за такое убеждение мне оно по сердцу. Я думаю, что и большинство наших зрителей и слушателей тоже по сердцу. А на сим в общем-то, остается только раскланяться, напомнить, что по одному из современных календарей 1 февраля, как время быстро летит, недавно Новый год тут народ пьянствовал ходил. 1 февраля 2018 года, четверг, по одному из старинных 12-й день месяца в Юго Стуже, 7526 лета шестица, лярвоведение. Эта тема сегодняшнего нашего эфира была. Сказители. Валерий. Напоминаю, канал целый посвящен и не только лервоведению, а многим другим интересным программам. Подписывайтесь, подписывайтесь, черпайте мудрость, потому что много что проявлено там. Мирянин, Видогор, Владимир тоже свой канал, тоже много чего. Что-то там рукой машешь, добавить хочешь? Или просто так это, до свидания, в привет. А, привет, понятно. Я даже улыбаемся. Улыбаемся, и машем, улыбаемся. Я так это... Я, я понял. Улыбаемся и машем. Я так чувствую, придется ставить Мишку, песню про Олимпийское. До свидания, на трибунах стану. И так далее. Ну, короче, друзья мои, если у вас добро в душе есть, если вы понимаете, кто вы для чего, если вы хотите делиться этим добром, не причинять добро, а делиться добром, если вы знаете, для чего вы здесь, приходите к нам. Приходите на дружественные каналы, потому что нас смотрит не только Народное славянское радио, а и другие каналы, которые достойны уважения, где люди совершенно бескорыстно, безвозмездно доносят до вас то, что они познали. Давайте делиться добром. Потому что дрянью с нами и так делятся многие. Давайте на дрянь мы не будем обращать внимания. Вернее, как обращать, учитывать, что она есть, и предпринимать меры. Но сеять при этом добро. А дрянь пускай превращается в наос, на котором растет что-то более важное, ценное. Ну что ж, на семье с вами прощаюсь. С вами был Народное Славянское Радио. Валерий, меня Мирянин Видогор. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. До свидания. Славянское радио для пытливых умов.